Всем привет-привет! Вы на канале Ушастый Кит. Сегодня у нас бабка Гренни. Вот она, смотрите-ка, принарядилась, пучок сделала, юбку классно одела. Соревнуется против принцессы Анжелы. Сегодня выясним, кто же все-таки круче, Гренни, старая бабка, или принцесса Анжела. А будет у нас круче тот, кто наберет больше всего очков. Кстати, можем бабку Гренни переодеть. Смотрите, какой костюмчик, вот такой есть забавный. Вот такой с бананом. Можем даже бабке одеть костюм динозавра. По-моему, в костюме динозавра ей нравится больше всего. Костюм пингвина? А это что, бабка-супергерой? Так, а ну, мне, короче, понравился вот этот костюмчик зомби. Где он у нас? Вот он. Ну что, Анжела, ты готова? Тогда вперед! Кстати, решили, за кого будете болеть? За Гренни? Или за принцессу? Смотрите, какой классный костюмчик у нашей бабки Гренни. Такой прикольный. Ну, короче, у нас сегодня бабка Гренни стала зомби. Она еще и зеленая. Так, кстати, кто болеет за бабку Гренни, напишите в комментариях цифру 3. А кто болеет за принцессу, тогда пишите цифру 2. Интересно, кто сегодня победит, кто наберет больше всего очков? Я, честно говоря, хочу, чтобы выиграла Гренни. Буду болеть за нее. Ого, у принцессы Анжелы уже 400 тысяч, а у бабки Гренни всего 200. Так, у нас тут какая-то буква в конфетке. Отлично. Нам нужно собрать слово. Эй, бабка, ты чего? Так, бабка врезалась. Вот дела. Так, у нас тут как-то крылья можно сделать. А, нам нужно роботов собирать. Так, осторожно, Гренни. Прыгай! Вот это тут опасности у бабки. Ничего себе. Давай, давай, давай. Ой, кто тут кактус? Вы видели, мы с Гренни чуть не врезались в кактус. Так, давай, давай, давай. Если хочешь обогнать Анжелу, лучше тебе поторопиться. Да что тут? У Гренни столько препятствий. По-моему, Анжеле даже не снилось столько опасностей. Ух ты! Так, 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 робота, лови, Гренни, тебе за них очки дают. У Анжелы 550 тысяч. Она на первом месте. Ой, это певцы какие-то. А у бабки пока 370. А-а-а, динозавр! Кстати, у Гренни вообще крутые костюмы. Я даже не знаю, какой костюмчик будет в следующей серии. А, пишите в комментариях, какой костюмчик хотите увидеть на нашей бабке. Побежали, побежали! У-ху! Ой, роботов лови, Гренни, мы всех пропустили. Мы хоть трех взяли, три. Так, отлично, монетки. Гренни, кстати, немножко посложнее управлять, непривычно. В томе за золотом совсем другое управление, но вот, я же вам говорю, непривычно. Давай, Гренни, 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 Гренни. У-ху! Кто болеет за Гренни, напишите циферку 3. А кто за Анжелу, напишем двоечку. Опа! Ловим роботов. Ух ты, целая куча. Магнитик. Гренни, ты магнит пропустила, старая ты бабуля. Не смогла прыгнуть. Фух. О, в кактус-то мы не врезались, а в стенку врезались. Так, у нас магнит действует. О, у Анжелы самолет. Ой, ой. Так, у Гренни уже 700 тысяч очков. Дина, динозаврик Дино. Только для Дина он, конечно, большеват и страшен. Анжела все равно чуть-чуть обгоняет. Гренни уже почти догнала Анжелу. Так, ну, да что такое, Гренни, ты настолько стара, что врезаешься во все стены. Это прикол. Ой, опять в стену. Так, мне кажется, от Гренни ничего не останется скоро, если она у нас все стены перецелует. Анжела, мы... Да что такое, вот эта скорость. 800 тысяч у Гренни, она почти догнала Анжелу. Если бы еще мы не врезались, было бы отлично. Кстати, друзья, у меня появился новый канал, который называется «Волшебный сундучок». Ссылка нового канала есть в описании под видео. Кто еще не подписался, обязательно заходите и подписывайтесь. О, ну что, бриллианты закончились? О, нет. Гренни, Гренни. Давай, поехали. Сейчас нас Анжела такими темпами точно обгонит. Я не знаю, есть у Гренни еще шансы или нет. Так. Так, 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 11 бриллиантиков у нас осталось, Гренни. Вот это да, бриллиантиками Гренни не затарилась.
Давай, сбивай роботов. Вот так. Кстати, друзья, в сегодняшнем видео в конце передам много-много приветиков. Хотите тоже попасть в видео и получить привет от Ушастика? Тогда подписывайтесь на канал и в комментариях напишите имя и фамилию. Так, у нас как-то крылья можно было делать. Почему у нас не появляются... Вот, крылышки появились. Я не знаю, для чего нужны эти крылья. С крыльями прикольнее, да? Тут много всяких фишечек есть в игре. Я, конечно, еще не все знаю. Пригнись! Видели плакаты из Грэнни? Прикольно. Так, тут можно самому бежать, выбирать маршруты по улицам, куда бежишь. Так, вот это скорость! Эй, кактус! Так, хорошо, что у нас были крылья. О, нет, вы видели, она прям в кактус врезалась. Так, у нас, наверное, остался всего лишь один бриллиантик. Вот это дела. Часы, часы. Так, мы хотели взять часы. Все. У Грэнни кончились бриллиантики. А Анжела все еще бежит. Давайте посмотрим, можем ли мы для Грэнни. А у нее, смотрите, какие-то бонусы тут есть. Джекпот. Так, билетики. Вот, у нас есть монетки. Может быть, нам что-нибудь попадет сейчас интересненькое. Ну вот, билеты у нас. И что нам дадут за билеты? Какое-то оружие. Ну, а поиграть можно? Так. Сейчас посмотрим. У нас миссии. И 5 бриллиантиков. Так, первый день мы заработали бриллиантики. И можем, кстати, выбрать новый костюм для нашей Грэнни. Вот такой, смотрите-ка, бабка Грэнни. Она, по-моему, похожа, как будто участвует в конкурсе красоты. Помчались. Кстати, смотрите, она почти принцесса. Я поняла, зачем она одела этот костюм. Она хочет быть, как кошечка Анжела. Такая в короне, типа тоже принцесса, в общем. Ну, как вам второй костюмчик? Напишите, что вам понравилось на Грэнни больше. Первый или второй костюм? А я обязательно почитаю. Ух ты, она даже сальт умеет делать. Анжела, кстати, не умеет делать такой сальт. Грэнни сегодня очень часто заронила. Так что я думаю, что, скорее всего, выиграет кошечка Анжела. Мы взяли время или что это? Допрыгнули? Так, пригнись. Вот так, роботов лови, Грэнни. Так. О, кошечки Анжелы уже больше миллиона очков. Грэнни смогла заработать только 800, она заработала 1000 плюс 300. Да, Анжела ее обогняет сильно. Давай, в сторону. Вот так. Ребята, а вы пишите в комментариях имя и фамилию, если хотите привет от канала Ушастики. Да, и проверьте. Приходит ли у вас уведомление о том, что на канале выходят новые ролики? Проверьте, нажмали ли вы на колокольчик. Так, в сторону. Да что такое? Мы врезались прямо в стену. Так, давай. А вот так, поворачивай. Не назад. Вот это прикол. Короче, ребята, крутая игра. Всем рекомендую поиграть вместе со мной. Последние бриллианты мы, по-моему, дотратили. Может быть, нам за робота дадут немножко бриллиантов. Мы взяли крылышки. Мне кажется, крылышки – это как дополнительная жизнь. Ой, пригнись, а тут уже прыгать. Грэнни, вот это у тебя скорость. Еле успеваю. Так, давай, Анжела тебя уже обгоняет. О, нет, Грэнни в шоке. Так, у нас 2 бриллиантика, добавили очков. И поехали, друзья. Так, мы взяли какую-то суперскорость. И, по-моему, нам ничего не страшно. У нас капсула, это что-то за типа защитного шлема у Анжелы. Роботы. Роботы, ловим роботов. Нам вообще ничего не страшно, пока действует этот бонус. Вот так мы проходим сквозь стены. Прикольно. Вот это да. Так, бонус закончился, все.
Теперь нам опасно. В сторону, в сторону. Отлично. Так, принцесса Анжела, по-моему, сегодня победила. Бабульке Гренни еще стоит потренироваться. Ух ты, наклеечку берем. Так, друзья, у нас сейчас будет стоп. Опа! Сейчас мы все-таки выясним, кто сильнее. И, конечно, это кошечка Анжела. Смотрите, сколько много очков она заработала. Отлично. Ну, а теперь, мои дорогие, я вам передам приветики. Приветов у меня очень-очень много. Вы, наверное, уже заждались. Первый привет получает Кристина Зингер, а также Лиза Романова, Настя Сахарова, Ангелина, Минасян получает большой приветик, Ева Чурзина, Лера Дановец получает привет, Ирина Панченко, Настя Иванова и Катюша Деревенчук получает большой привет. Саша Яцуценко получает привет, Милана Котикова, Амилия Завялова, Арина Лемехова, Милана Трошина, Амина Асхабова получает большой привет, Валя Кузнецова, Юля Сидун получает привет, Диана Соломенко, Даша Бутенко, 3-й В-класс, школа номер 120. Большой вам приветик, друзья, огромный просто привет 3-му В-классу. Кристина Маклашова, а также Максим Сбродов получает привет. Аня Харькова, Олеся Заремба, Женя Пуляева получает приветик. Сережа Элизов, Настя Борисова, Дарина Гурьева, Настя Дмитриева, Мирослава Цислевич и Катюша Осокина получает привет. А также Настюшенька Иванова, Таня Острова, София Макушина, Лилечка Королева получает большой привет. Мария Сидоренкова, Евгения Старыгина и Саша Кириченко. А также последние приветы для Светы Алексеевой, Насти Юркутс, Насти Белых большой приветик, Ани Харьковой, Ксюшеньке Федорец, Лёше Шарову и Атону Кутнию. Большой-большой привет. Вот такая у нас гора приветов сегодня. Ну а на этом все. Подписывайся на Ушастики. Увидимся в новой серии. Пока-пока.